Ты звонил мне? Ты покупаешь мне кофе уже пару недель, и я решил вернуть тебе хоть одну чашку. Как ты шел? С тростью и с двумя чашками кофе. Потому что если принять тот факт, что ты решил сделать что-то хорошее, то придется поверить во всадников апокалипсиса и конец света. Ты думаешь, я туда плюну? А может и похуже. Вы так быстро говорите. Это еще что, видели бы вы меня в деле? Я подмигнул, я в жизни никогда не подмигивал пациенткам. Я никогда, простите, ради бога, сам не понимаю, что нашло на меня. Такое ощущение, что сердце сейчас взорвется. Вы в порядке? Кажется, я вспотел. Я вспотел? Да. Пульс 185. 185. 185?